Добрый день, уважаемые подписчики, гости нашего канала. Сегодня у нас на обзоре были Ranger 99 года выпуска, 380 модель. Это внутренние его размеры. Полная его длина вместе с дышлом будет до 5 метров. Такой малыш-крепыш. Такие модели мы очень часто привозим, хорошо продаются они. Масса данного каравана полная 750 килограмм, что позволяет его буксировать с любым автомобилем. Без категории ЕГБ. Клиренс у данного каравана подвышенный. Цена его 382 тысячи рублей. Уже рестайлинговая модель, которая уже пошла с 99 года. Фонари свежий задний. Клиренс высокий у данной модели. Все наклеечки в безупречном состоянии. Везде все сохранилось. Стеклопакеты также все целые. ВИН-номер пронумерован. Спереди также, если мы посмотрим, нигде нету побитости, ничего. Накладка на дышло целая. Алковская система тормозов. Юбилейная версия. Сразу же посмотрим, запасочка у нас абсолютно новая. Здесь стоит закладные. Смотреть. Все целые, с одной, со второй стороны. Ну, доску, кому интересно. Спереди. Здесь она в идеальнейшем состоянии. Сам по себе эти модели очень крепкие. Такие караван-турист, как бы я его назвал бы. Что за выезжать по горам, по лесам. Вдвоем, троем. Мне кажется, милое дело. Уже с данной моделью. Потому что она очень удобная, размеры ее, конечно, супер. Антенна на месте. Стыковочный шов также все без нареканий. Все обработано было на техосмотрах. Ну, по кузову смотришь, она такая конфетка. То есть нигде нету таких, чтобы потертости, что-то, что хозяин мучил. Очень хорошая такая игрушка. Арка. Арки целые, антары с колеса у нас стоят, резина у нас здесь новая, 13 сашечка стоит, аккумулятор также в комплекте идет. Сзади уже красивые фонари, которые пошли, я думаю, что с 99 года и пошли, наверное. Это бампер. Если здесь даже посмотрим, везде все накладки на лапы, все на месте. Снизу тоже все замечательно. Полы все крепкие у данного каравана. Наш, конечно же, сайт с точной информацией по наличию. Также и с этой стороны. Стыковочный шов. Хорошо все. Все на месте. Здесь уже бойлер газ-электро стоит на 10 литров. Также арочку посмотрим. Все хорошо. Вот Антарес. А не Антарес. Антарес, наверное. Китайская резина. Одним словом. Новая замена не требует. Резина жгут без нареканий. Рама. Также все отлично. По балке также нареканий нету. Очень, конечно, легко тянется. На 15 литров здесь уже кассета стоит. Если попадаются такие караваны, мы, конечно, обязательно покупаем, потому что выбор таких караванов есть у нас на площадке. Вот такая здесь планировочка.
как раз документы. Вот то, что серия 99 года. В сервисной книжке все отмечено. Мебель здесь такая приятная. Светодиодики уже предыдущего хозяина были поставлены. Электролюкс уже с большой морозилочкой здесь. Газ, электро. Диваны постояли не как новые. Стол это раскладывается. Также в шкафчики заглянем. Обои здесь свои штатные. Ну, можно щелкать, смотреть. Тут щелкать здесь нечего, все крепкое. Передок тоже не забываем. Передки смотреть. Правило, по этим моделям нету, никогда не бывает нареканий. Вот. Так, тут досочки уже были заново набиты. Ящички. Заглянем, вот видно, что доски переделывали, бойлер, газ, электро, все стоит. Вот. Также шкафчик, ну, понятно, что тут обои спучились немножко, но такое бывает, там все крепкое, уж свои штатные, не переклеенные обои. Вот. Дальше у нас пневматик свежий уже. Стоит отопитель, нигде он не побит, здесь целый. Вот, также вот шкафчик, сейчас как раз заглянем в туалет, фордик туалета, обязательно забываем щелкать все, холодно-горячая вода, душ, все есть. Все-таки приятные тона, конечно. Стола в комплекте не было. Есть как есть. По плите. Плита на 4 комфорточки. Стекло есть. Мало ей пользовались. Умывальничек присутствует. Насосик на месте. Ну, здесь как раз уголочки посмотрим. Все замечательно, все. Очень крепкий такой турист, однозначно. Кто ищет, очень хорошую покупку делает, приобретение. Также спасибо, ребят, за просмотр. Избавимся от лайки, дизлайки, подписываться на наш канал. Спасибо за просмотр. Всем до скорой встречи, до завтра.